В честь Дня строителя 8 августа в Центре культуры и молодежной политики состоялся праздничный концерт. Для Десногорска этот праздник особый. Сам город – чудо инженерной мысли и высокого профессионального мастерства. Город и атомная станция возведены руками первого поколения десногорцев. Поэтому поздравления в этот день звучали в адрес тех, кто не побоялся бросить вызов стихии и заложил первый камень в их основание. Там, куда приходят строители, начинается жизнь. Так было и с нашим любимым городом. Почти 50 лет назад вы подарили нам город-сказку, город-мечту, город, который стал визитной карточкой Смоленщины. И все это стало возможным благодаря вашим рукам. И, конечно же, в строительство города и станции вы вложили свою душу. Поблагодарили и людей, которые принимали участие в создании города не на стройке, а в трудовом тылу. Это повара и учителя, врачи и продавцы, работники культуры и правоохранительных органов. Они делали все возможное, чтобы обеспечить строителей необходимыми и комфортными условиями для жизни. С музыкальными подарками выступили известные и любимые в городе солисты народного коллектива студии эстрадной песни «Ренессанс». Десногорск и атомная станция – результат упорства и профессионализма первостроителей. Перенимая традиции, их дети и внуки ежедневно трудятся для создания комфорта и процветания города и в настоящее время. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.